Итоги областного этапа республиканского конкурса «Учитель года» подвели накануне в Центре молодежного творчества. Заслуженные награды получили представители одной из самых сложных, но благородных профессий – педагоги. Именно их трудом создается фундамент для будущих побед и свершений представителей подрастающего поколения, а значит, будущего города, области и страны. В этих конкурсах, особенно финальных состязаниях, принимают участие самые одаренные, самые творческие, самые перспективные педагоги. И это, конечно же, на сегодняшний день в определенной степени лицо, будущее нашей педагогики. И всегда радостно смотреть и приятно смотреть на высококомпетентных, квалифицированных, заряженных на творчество педагога. Победитель конкурса, это звучит гордо, однако педагоги Брещины отмечают и работают не ради наград, в приоритет ставят знания. По поводу успеха профессионального, так банально, даже не хочется озвучивать, но на самом деле, кроме любви к детям, здесь нет ничего больше. А по поводу конкурсного успеха, вы знаете, мы же здесь приходим не для того, чтобы реализовывать личные амбиции, потому что у нас для самореализации масса возможностей, мы работаем с учениками и имеем возможность раскрываться там. Конкурс профессионального мастерства, на мой взгляд, это возможность прежде всего познакомиться с другими педагогами, обогатиться опытом. Это повод для вдохновения и для поиска в своей работе чего-то нового. Я чувствую, во-первых, гордость и честь за то, что я достойно представила свое учебное заведение, лицей номер один, город Барановичи. И я рада, что я стала победителем. Конечно, мы желали друг другу, конкурсантки, занять это место, но так получилось волею судеб, что оно досталось мне. Я рада. Победители областного этапа – это команда настоящих профессионалов, которая, к слову, будет отстаивать честь Брещины на республиканских стартах в сентябре текущего года. Кстати, именно наша область в настоящее время рекордсмен в части количества победителей главного профессионального конкурса. 5 человек имеют в биографии строку «Учитель года Республики Беларусь». Есть все шансы успех закрепить и приумножить.